она стоит. Да, это и подъехал еще один. Тебя за что оформили? Компания. Ну бывает. Долго это будет продолжаться? Здравствуйте, вот заметил две автомашины, припаркованные с нарушением правил дорожного движения. Хотел бы, чтобы привлекли к ответственности водителей. Коровий вал один. Прямо посреди дороги, вот на перекрестке. Это полицейские машины. Да, 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 прямо вот на перекрестке стоят, без спецсигналов. Вот. Мешают движению транспорта. Да-да-да. Ford Focus. Да, серого цвета. Синий полосой. Сейчас скажу. А3108. 99-й регион. Я скажу, секундочку. Вообще, машинки мешают. Едут. А1409, 99 регион. 09. Да. Да, тоже 99 регион.
ДПС, УВД, ЦАО. Да, круто. Да, на месте находится. Вот один автомобиль уезжает. Уже уехал. Вот. Один остался там же стоять. Догадываться. Блин, можно же было догадаться. Сколько? 6 минут. Я же больше стою. Полицейский! Ой-ой-ой, я на машинке остановился. Полицейские! Полицейский! Он уже уезжает. Все. Полицейские, короче, не успели принять меры к нарушителю. Потому что меня не хотели слышать. Который перекрыл всю полосу. Вот он. Так, это фокус. Давай. Живи. Блин, камера. Ну ладно. О, подъем машины останавливает. Нормаленькая.
Полицейские! Ну маяки-то хотя бы включите! Я там по-любому слышал. Не, только свет все включил. Все, короче, как всегда. Ну и что, и смысл? Автобус должен объезжать. Красавцы. Водитель за ступлению заехал, ему пофигу. Своими делами занимался. Кто-то к нему сел. Полицейский! Ну маяки-то хотя бы включите! Давайте дальше нарушать.